Они обходят нас со всех флангов! Мы не сможем победить! Я слишком молод, чтобы подыхать! Зачем ты нас сюда притащил? Мы не сможем выиграть! А чё я? Это, ну, вы меня в первую очередь как бы защищаете, а чё я? Я чё виноват, то, что мне вот этот проклятый маг дал вот эту палочку, которая не работает? Она ни одно заклинание не использует, ребят, ну, а я чё могу поделать? На моей старой палочке тут энергии осталось, вот столечки, писюлечка, пипипунчик такой вот маленький. Я два заклинания максимум смогу использовать, и она сломается. Верника, ты же здесь самый опытный маг, защити как-то, потяни время хотя бы пару секунд. Окружи нас какой-то аурой, я не знаю, загляни под землю еще куда-то. Шурик, отойди! Так, все, молодец, Вероника, молодец. Сколько у нас есть времени? 30 секунд, 2 минуты, 3 минуты. Так, без разницы, ребята, нам план-то нужно придумать. Это их ненадолго задержит. Ну, хотя бы ненадолго. Давайте, назад туда, назад. Через эту ледяную стенку вы точно пробиться не сможете. Хрюндель, бородатый, темный маг, обосраться. И как мы их сможем сейчас победить, если у меня палочка даже не работает? Ну тогда, ребята, вся надежда на вас получается. Я вот этот духовный дух вас вот это подбадривать буду. Не сработает так. Мы же можем просто сдаться и не участвовать в поединке. Стой! Шурик, в смысле мы сдаться? Мы что с тобой, лохозавры какие-то магические? В смысле, что ты башкой киваешь? Это финал чемпионата. Если мы сможем их как-то победить, этот верховный маг, который там только что с неба шандарахнулся вот туда на землю, там дырка походу в полу, мы сможем стать чемпионами этой арены. Ты слышал, что он говорил? Мы тогда докажем всем то, что мы самые крутые. Я не знаю, что придумать. У меня есть, конечно, одна идея. Я надеюсь, что она все же сможет нам спасти нашу жизнь. Так, Шурик, твоя очередь. Эти стенки опять разрушились. Давай быстро ты нас защищай, пока они не вернулись. Шурик, не верну. И что ты хочешь, Евпатий Калаврати? Чтобы эта трава нас защитила или что? Вероника, давай по старинке строй стены ледяные. Шурик, ну ты вообще бесполезный, честное слово. Давай, Вероничка, давай! Ребята, у меня есть два заклинания, и моя вот эта старая палочка, она, наверное, выдержит как раз-таки только вот этих два заклинания. У нас будет максимум одна минута, чтобы их победить. После этого мои заклинания перестанут действовать. Все готовы? Ну тогда смотрите. Я долго учился этому заклинанию, надеюсь, что оно сработает. Опа! Ледяной топор! И ледяная магическая броня. Ну откуда ты знаешь это заклинание? Я тебя не учил этому! Ну, как бы, Шурик, не только же ты меня всяким заклинанием учишь. Я же и сам могу чему-то научиться. Или кто-то другой меня может научить, не? Изменщик! Изменил лучшему другу с другим заклинанием! Шурик! Ты вообще башкой стукнулся. Я жизнь нам сейчас спасаю. Какой изменщик с другим заклинанием? Ща тебя стукну. Себя лучше стукни. Шурик, направо, Вероника, налево. У моего вот этого заклинания как бы не вечный срок действия. Оно сейчас уже закончится. Эти пописяки спрятались. Бородатый там справа, я его вижу. А хрюндели темный маг, я не знаю, где они. Так, давайте выходим на охоту. Вероника, вот там бородач побежал. Темный маг где-то здесь должен быть. А хрюндель... Опа. О, здорово, шашлык ходячий. Да! С двух ударов закокошил! Вероника, огненный маг с этой стороны! Давай, пердокай его, пердокай! Этим топором на собаку! Ой, ты ёханый бабай, Вероника, ты с ним сражайся, давай! Давай, бей! Он по тебе даже толком не попадает! Давай, Вероника, ты справишься! Я ему... А, мне даже не пришлось ему по башке стучать. Всё, куда успокойся, ты же его сейчас по-настоящему кокнешь, у тотем бессмертия сработал! Так, Шурик! Где этот темный маг? Ты его кокнул? Я не могу его найти, он где-то спрятался. Ах ты хитрый засранец-то такой. Так, ну слушайте, остался он последний. Я могу еще использовать топор, кстати. У меня еще хватило на одно заклинание. Ищем этого засранца и кокаем его. Смотрите по всем сторонам. Он может быть где угодно. Ах ты.
смотри, где он, Вероника? Он такое же заклинание, как ты, знает! Слушай, мужик, ну как бы, нас же тут трое, у меня топор магический, у тебя есть все шансы просто сдаться и не позориться. Как ты на это отреагируешь, а? Ребята! Вы в этот раз мне задницу спасаете, я ничего не могу сделать! Ёпа, у меня кончилась вот эта прочность палочки! Ах ты, сатана, вот это! Ты что за заклинание-то умеешь использовать? Это что сейчас было? Куда он меня перенёс? Ты успокойся с ними вот этими заклинаниями нафиг! Кокните вы уже этого скелета! Верни-ка, ты не по мне бей! У меня 3 сердечка осталось! Так-то темп бессмертия на всякий случай в эту руку возьму. Кокните этого последнего скелета, Вероника, он сзади тебя. Бей его, бей его! Ну все, мужик, никакие вот эти твои демонические заклинания тебе больше сраку не спасут. Вероника, Шурик, ну давайте в бой, у меня ж палочки нет, идите его закукарачьте. Давайте, 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 вы справитесь, а я пока тут понаблюдаю... Ну чё, ты доигрался со своими вот этими скелетонами? Мы победили! Мы затащили всю арену! Мы чемпионы арены! Подожди, подожди, это что значит? Мы самые сильные маги во всем городе? Вы победили! С днем коровы! Ну да... Всех с днем коровы! Сегодня официально, если что, вот это день коровы. Мы самые сильные маги в городе! Так, ты вот это... Опа, верховный маг! Все! Мы победили! Поздравляю вас с победой! Вы показали себя достойно! Еще бы достойно! Вздрючили 3 самых сильных магов! Ха-ха! На этом разминка закончена. Настоящий поединок будет через несколько дней. Да! Ну я говорю то, что мы всех кокнули, и с этого момента мы еб... В смысле разминка закончена? Какая к чертовой бабушке разминка... Это была сейчас разминка, а не финал всего чемпионата? Ну, конечно, разминка. Я же должен был посмотреть, на что вы способны. Ядрить меня в пердосос, в пупок... Зря время просрали. То есть мы сейчас жизнью своей рисковали. Я топором зарубил шашлындоса вот этого, чтобы на разминке показать, на что мы способны. Мужик, ты вдупляешь, что ты делаешь в этой жизни, нет? А теперь попробуйте сразиться со мной. Если вы победите, я допущу вас к соревнованиям. Слушайте, давайте назад, отходить назад. Не, ну слушайте, мне кажется то, что вот это сейчас соревнование было хорошее. Мы с вами сражаться не будем или все же будем, я просто не знаю. Ну вы хотя бы попробуйте, а то победитель чемпионата получает приз 10 стаков серебряных монет. Ну, с другой стороны, как бы, нас же трое, а он вот этот старикан. Но мы же его сможем запердохать, нет? А тем более 10 серебряных монет, если мы вот этот весь чемпионат вот это сможем затащить. Ну ладно, давайте тогда за мной. Ну, слушай, старикашка, ну ты как бы можешь сразу сдаться. Нас же здесь трое получается, да? Поэтому опусти вот эту палочку, пожалуйста, и все. Хорошо? Давай... Матерь Божья! Подождите! Так, это он просто нас припугнул! У нас же есть вторая попытка! Да-да-да-да! Давайте медленно, медленно! Слушай, старикашка, этими своими кунг-фу приемами нас не запугаешь! Поэтому выкинь палочку! Я тебе даю второй шанс, чтобы ты выкинул палочку! Давай! На землю! На землю! Не, ну с другой стороны, как бы еще не поздно же уйти, не? Ну, он же просто нас запугивает, да, он же просто... Так, убери палочку, убери вот эту палочку! Так, третья попытка, последняя попытка, или да ну нафиг вот это все. Слушай, мужик, а давай, ну,
Да нам не нужны эти 10 стаков серебряных монет, вот это. Мы пойдем, хорошо? Мы пойдем тут аккуратненько. Подожди. Сражайтесь со мной, сосунки! Да, мы так подумали, не. В следующий раз мы потренируемся 2 годика, через 2 годика... через 2 годика мы придем, потренируемся, и вот тогда мы вам задницу надерем. А пока нам еще рано с вами сражаться. Все, верни-ка, давай, Шурик, текайте. А вот это точно переходит все границы! Это что за огненный голубь летающий? Все на выход! Это... Кузнец! Нам нужна твоя помощь! Там, короче, зайди, сам посмотри, у тебя есть топор, ты сможешь его убить. Все, давай, заходи. Там вот это голубь летающий где-то сжигает все к чертовой бабушке. Ну, вы сражаетесь против голубей, а я пойду, да, день коровы отмечать. Ну, раз день коровы, значит, день коровы, удачи. Свалим отсюда к чертовой бабушке, нафиг, чтобы мы на эту арену больше никогда в жизни не вернулись. Все, до свидания. День коровы? Значит, день коровы. Где корова? Поехали, дрыть колотить вот это кузнецу в гости. Его жена Мария в предыдущей серии, когда к нам в гости пришел вот этот верховный маг, который нам и предложил вот эту тупую идею сразиться на арене. Кстати, это, если кто-то до сих пор не видел вот эту самую серию, я специально для тебя запердашошу прямо вот сейчас подсказку вот сюда. Тыкни. Посмотри предыдущую серию, там жопа-ураган, короче, был. А все остальные сюда за мной. Мария, жена кузнеца, именно в той серии пообещала то, что она нас позовет на званый ужин. Слушайте, мне кажется, то, что там изначально нужно было прийти на званый ужин, а не идти на вот эту арену. Какая-то тупая идея была, да еще и голуби летающие обосраться 20 раз. Так, все, ты тут оставайся, кузнец за тобой потом вернется. Опа. А мы идем в гости, мне кажется, после такого нам напряженного, даже не то что денька, недели, мы троллей убили, гоблинов убили, и еще и на арене сразились, можно нормально наконец-то покушать, не? Нам дверь откроет кто-то в этой жизни, кузнец, здорово, день коровы пришли отмечать, все, давайте, заходите, все, заходите, давайте, быстренько, двери за собой закрывайте. Это, Мария твоя, где кузнец потерялся? Ну ладно, давайте на второй этаж поднимайтесь. Праздник к нам приходит, ёперный кузнец, Кристина, садитесь за стол, пока все не остыло. Мария, детишки кузнеца, здравствуйте, так, чур, это мое место, я по центру сижу. Слушайте, мы такой огромной компании вроде никогда даже не собирались, а? Перед тем, как мы приступим к вот это поеданию вот этой всей жратвы, дайте мне, пожалуйста, минуту. Я хочу зачитать тост. Могу? Да? Говори быстрее, только жрать хочу, не могу просто. Это кузнец, сейчас, подожди. Опа, сейчас, дайте, я запрыгну. Опа, вот сюда, не против, если я на фруктики стану? Мы все здесь собрались благодаря всем нам. Каждый из нас сделал какой-то вклад в то, чтобы мы выжили. Шурик научил меня новым заклинаниям, которые помогли спасти жизнь мне и всем моим друзьям. Сережка, ну просто хороший пацаненок. Кристина притащила этого мужика с топором, в которого влюбился вот этот кузнец, и он нам спас жизнь и убил тролля. Катенька, Катенька вся в маму, прям похожа почти, как 2 капли воды, просто цвет глаз немножко разный, а так похоже. Вероника самый сильный маг, она спасала мне жизнь столько раз, что я даже перечислить не могу. Ну а кузнец... Дебил! Ну, я за это тебя и люблю, кузнец. Если бы не ты, то мы бы давным-давно в городе бы уже сдохли от нехваток шуточек и твоего юмора. Ну а сейчас предлагаю заточить это все за 2 минуты, потому что жрать хочу, как мой дракон Кузя жрет каждый день по 20 кусков мяса. Опа! Ну что, приступаем? А можно я еще скажу тост? Давай, Шурик, конечно, можно, давай, поддержим Шурика. Я давно это хотел сказать, и сейчас, наверное, это самое, наверное, подходящее время, момент.
Шурик, ты не переживай, успокойся, давай, говори, здесь все свои, мы тебя поймем, давай. Вероника, я тебя люблю, ты будешь моей девушкой? Не-не-не-не, кузнец, ты подожди со своим вот этим. Да, ну как Шурик сказал, наверное, это самый подходящий момент. Нет. Ну, да я предлагаю, Вероника, вы идите там с Шуриком поговорите, выясните отношения. Если чё, чур, курочка моя, вот эту курочку забираю себе, так ты, кузнец, фруктики кушай. Ага, всем приятного аппетита! Молодец, Шурик! Хороший тост!